Сегодня здесь, в Центре трансфера технологий Ярославского государственного педагогического университета, проходит занятие юбилейного 5-го фармацевтического интернационального лагеря инноваций «Филин». Мы с командой «Утреннего фреша» были приглашены для того, чтобы познакомиться поближе с теми учениками, с теми студентами, которые приехали сюда со всех уголков нашей необъятной страны, а также из-за рубежа, для того, чтобы получить новые знания и опыт. Пойдемте посмотрим, как это все проходит. Участники «Филина» – люди активные, тем более, что было выбрано всего по одному представителю от каждого вуза, и мы со съемочной бригадой просто не успеваем за ними. Бежим! Здесь, в аналитической лаборатории контроля качества Центра трансфера фармацевтических технологий, сотрудники объясняют студентам, как происходит развитие современных технологий, что нового и инновационного в технологической сфере фармации. Все эти параметры задав температуру колонки и температуру образцов, происходит анализ. Мы сегодня очень много сделали для развития фармацевтической промышленности, в частности, на Ярославской земле. Ярославский фармацевтический кластер уже известен по всей стране и за ее пределами. 5 последних лет на территории Ярославской области проходит фармацевтический лагерь «Филин». Это очень интересное и полезное мероприятие как для отрасли, так и во многом для подготовки кадров для фармацевтической промышленности. Сегодня здесь 85 студентов из 29 вузов, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Здесь они знакомятся с предприятиями фармацевтического кластера и общаются с представителями фармацевтических компаний. Это то живое общение, которое не может дать ни один вуз. Сюда съезжаются лучшие практики. Те, кто отвечает за разработки, за производство. Мы предоставляем в рамках «Филина» детям возможность открытого диалога с теми, кто уже сделал карьеру в фармацевтической промышленности, с тем, чтобы им, учащимся последних курсов, определиться в жизни. Понять, кем они хотят стать, как построить свою карьеру. Ну и, наконец, побеседуем с главными героями проекта. «Филин» – это именно лагерь, который дает возможность увидеть все стороны фармацевтической отрасли, увидеть производство, то, как оно есть, и, наверное, уже найти себя в жизни. У меня, в первую очередь, это возможность побывать на фармацевтическом предприятии, это внести свою лепту в будущее фармацевтического кластера. На протяжении этой недели нам лекции читали ведущие специалисты страны, представители министерств, представители фармацевтических компаний. И так как Ярославль – это огромный фармацевтический кластер, здесь очень большие возможности, здесь очень много вакансий. И поэтому именно здесь можно продолжать свой профессиональный рост. Сегодня у студентов «Филина» был поистине насыщенный день. Одна из тем лекций, которую они слушали, была фармакоэкономика. И сейчас мы побеседуем с тем, кто ее читал, с лектором, кандидатом медицинских наук Александром Быковым. Александр Васильевич, чем обусловлен выбор такой интересной темы? Ну, в первую очередь, тем, что фармакоэкономика, как экономика здравоохранения в целом, это новое, перспективная наука, которая является синтезом экономики здравоохранения, организации здравоохранения и, в общем-то, повышения доступности лекарственных препаратов. Как оцениваете нынешних участников фармацевтического интернационального лагеря инноваций? Вы знаете, в какой-то степени завидую ребятам. Завидую по-хорошему и по-доброму, потому что такие молодые, яркие, креативные студенты
в общем-то, это будет надежная смена тем врачам, которые, в общем-то, большой вклад в развитие здравоохранения сделали. Я сейчас оценивал работы по фармакоэкономике. Я вижу, что ребята очень вдумчиво, очень грамотно и самобытно рассматривают некоторые параметры. Так что, мне кажется, это хорошая смена идет.